Ну, а прямо сейчас, друзья, не тратя темп, хочется сказать, что у нас есть возможность в очередной раз продемонстрировать вам суммарные потери врага, того самого врага, который пришел с войной на украинскую землю. Мы делаем это постоянно в эфирах телеканала Freedom. Сегодняшний эфир, естественно, исключением не станет. Итак, начинаем. 864-й день полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину. Если говорить о личном составе, то враг потерял 549 840 своих солдат. Эта цифра постоянно растет. Далее, РСЗО 1115 единиц, артиллерийские системы 14897 штук. Двигаемся далее. Видите, как в украинских полях догорают вражеские вертолеты 326 единиц, БПЛА 11809, крылатые ракеты 2351 штука, самолеты 360 единиц уничтожены навсегда. Но и это еще, конечно же, не все показатели. Двигаемся далее. Вы сейчас видите на своих экранах вражеские средства ПВО 878 единиц уничтожены, автомобильная техника 20053 штуки. И специальная техника 2479 единиц. А теперь боевые бронированные машины 15629, танки 8153. Про них враг может забыть раз и навсегда. И, конечно же, важнейший показатель, на который мы всегда делаем акцент, так называемое отрицательное всплытие корабли-катера подлодки 29 единиц уничтожены. Традиционно говорим вам о том, что борьба продолжается, и, конечно же, слава Украине.